В 2022 году налоговой инспекции сформировано 275 тысяч уведомлений по уплате имущественных налогов физических лиц. Они уже направляются через отделение Почты России и личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. Уведомления направляются по почте заказными письмами только тем налогоплательщикам, кто не подключен к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Налогоплательщик вправе получить налоговое уведомление на бумажном носителе под расписку в любом налоговом органе, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг на основании заявления о выдаче налогового уведомления. При наличии налоговой льготы или вычета, которые полностью освобождают владельца от его уплаты, и если сумма налогов составляет менее 100 рублей, уведомления не направляются. Решением Совета депутатов Одинцовского округа с 1 января 2021 года определенные категории граждан освобождаются от уплаты земельного налога в размере 50% в отношении одного участка земли. Это малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, а также члены семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, и пенсионеры, доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области. Для получения справки, подтверждающей применение льготы, необходимо обратиться в соцзащиту по месту жительства. Срок уплаты налогов – 1 декабря текущего года. При неуплате или просрочке задолженность будет увеличиваться за счет начисления пени. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».